Здорово, лдуманы, лдуманочки. Ну что, играю в казино? В общем, у меня был выигрыш 25-50 тысяч. И что вы думаете? Я продолжил играть. Я не стопнулся. Я выключил запись, нечаянно нажал спин. И у меня крутанулось. Думаю, ладно, покручу туда до 45. Бац, линия раков. 50 тысяч. Ёпарасоте. Ну что это такое? Ой, 90 тысяч, 98. Ладно. Девятая линия играет. Ну давайте поиграем по девятой линии, фиг с ним. Раз пошла такая пьянка, режь пошли последний огурец. С вас, ребят, по традиции, лайк на видос, подписка на канал, все дела, сами знаете. А с меня крутой занос, он уже есть. Я уже порадовал себя, порадовал вас. Я боюсь, что этот слот на отдаче сегодня, на жесткой. Надо его пропердолить. Как положено, по девятой линии по Максбету. Что-то он как-то подозрительно себя ведет. Я еще бонуску не поймал здесь. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Забираем. Дупа пердалена, 115 тысяч. Это все с депозита? С депозита 25 тысяч рублей. Просто я первый ролик записал. И все. И думаю, ладно, все, сейчас это... И нечаянно, рукожоп, я задел пробел. Случайно задел пробел, и у меня прокрутился спин один. Один спин закрутился. И все, и видите, что получилось. Уже вместо полтинника у меня уже 113 тысяч на балансе. Это ли не сон? Ну, бывает такое у вас, скажите? А вот этот ролик, где я занес 50 тысяч рублей с 25, вы можете посмотреть... Я оставлю ссылку в описании под этим роликом. И посмотрите обязательно там, как я их заносил. Это была тоже такая эпичная игра. Там заносы, там бэм, один занос на 20, бэм, второй занос на 10, бэм, третий занос на 20. И вот так наклевал. Сейчас бонуску еще поймаем. Я ошалею, вообще тогда с ума сойду. 120 тысяч. Так, знаете что? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Еще 20 тысяч. Да что с ним такое? Что случилось с тобой, аппарат? Дай бонус мне, 1200. Ой, я чихнул, ребят. Извините. Это на занос. Это мой чех на занос. Ничего себе, просрался сегодня пробки. За всю боль мне. Так, 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 окей, ладно. Заберем. Давайте седьмую линию поставим. Вообще, знаете, хорошо, окей, ладно. Не, не смогу я сделать так. Я хотел обновить, но у меня тогда запишется весь экран. Я не хочу. Не хочу так. Мне неудобно. Мне тогда нужно будет вырезать этот момент, как я обновлял, чтобы вы не лицезрели, что у меня запущено миллион вкладок. Я вообще играю, у меня 80 вкладок открыто в одном браузере. Вы будете в шоке. Я не хочу вашу нервную систему травмировать. Дай бонус, дурак. Зачем ты сюда поставил эту пробку, бестолочь? Туда надо символ было хороший ставить. Вон рака этого. Красного. Пятая беспонтовая, ребят. Пятая линия моя самая беспонтовая. Thank you.
Ладно, знаете что? Придется... Окей, давайте я сейчас чуть-чуть кусочек вырежу. Смотрите, я сейчас выйду отсюда, обновлю слот и продолжим играть по девятой линии. Запомните, 116 200. Я делаю вот так. Все, я обновил просто страницу. Вы видите, все осталось тоже. Девятая линия, поехали заново. Посмотрим, мне там подписчик писал. Пробуй после заноса обновлять. Обновил, кто там писал, я обновил. Опа, еще 10 тысяч сюда. Ребят, работает схема. И тройка, донаты. Хорош, 20 тысяч сюда. Рабочая схема, парни, пользуйтесь, кто играет в казино. Рабочая схема, спасибо тебе, друг, что подсказал. Это же тоже считается занос, да? Тоже надо обновлять после этого? Или надо посмотреть, когда смывать начнет, тогда обновлять? Инфу, пожалуйста, в зал, в чат. В комменты, куда-нибудь дайте инфу, как это работает, я так и не понял. Я просто вышел, обновил страницу, зашел назад, крутанул два раза, мне выпала десятка, я ее пробил на двадцатку, все. 130 тысяч опять на балансе. 5-6 тысяч опять. Грабим казино. Показываю, как я граблю казино в прямом эфире. Еще 20 тысяч дай. Ну бонус дай, ты давно бонус не давал, дурак. Рукожоп. Седьмая линия. Сейчас опять будем обнулять, ребят. Сейчас опять обновим страницу. И будет опять занос крутой. Ха-ха-ха. Я нашел, как это развалить казино. Все. Ой, хорошечно. Еще 5000 на базу. Добренько. Так, а ну-ка автоигру. Ладно, свапнуть не успел. Бывает? Ой. И все, 1300. Так вилды по-красивому стояли, всего лишь 1300. Ну давай, Бобик, рубалек, ладно, скипнуть не успел. Давай бонус, да, и все, и мы с тобой на сегодня закончим, попрощаемся. Дай бонус по седьмой, либо по девятой линии. Я не успеваю свапнуть. Так, пятая беспонтовая, но ее нужно тоже покрутить. Я не верю своим глазам. У меня был депозит 25 тысяч 20 минут назад. 25 тысяч. На балансе 130. Так, давайте опять по девятой линии. Сейчас чуть-чуть пару спинов. И опять хитрость свою применяем. Рублей 700. Сейчас чуть покрутим. Три тысячи. Добренько. Пятерочка. Бам. Нормально. 14-6 тысяч сюда на базу дай. Один заберем. 130 тысяч опять. Вот, давайте. 129 тысяч ровно. Я сейчас выйду, обновлю страницу, и мы продолжим. Чуть-чуть маленькая склеечка будет на ролике.
Все, я вышел, обновил страницу, 129 тысяч. Продолжаем дальше играть. Бам-бам. Поехали. Схема рабочая. Если сейчас еще 1020 даст, я просто... Я со стула упаду. Ни одной бонуски не дал, ни одной. А ну-ка, седьмую линию. Тупо-глупо по линиям, просто по линиям. С 25 тысяч накрутило до 130 тысяч, обалдеть. Просто по линиям. На, да есть же. Блин, а ну-ка третью линию. Надо бонуска. Мне надоели вот эти слюни. Я хочу бонус поймать и все, и остановиться уже. 1000 на 120. Ну по третьей линии бонус дай. Откроем 1000 на 20 и все. И заберем. Так, рубалек. А, двоечка. Два рубалька, легко. Семерочка заберем ко мне. Поставь три пробки. Поставь три пробки. Три. Три. Ну, не дает, видите, да? Ладно, девятая линия, давайте. Смывает, гадина. Блин, ну это какой-то попуск. Ну что такое? Почему? Почему ты 20 тысяч слил, ничего вообще не дал? А где бонуска? Где бонуска? Где она? Где она? Блин, он меня утомил, парни, реально. Фу, не могу я с него. Мне плохо, 2400. Заберу. Он меня утомил, честно. Ну почему ни одной бонуски? Ну ни одной. Ну да, он дал 130 тысяч. Ну а бонуска-то где? Я уже спин-офф сделал 1000 на 200. Если не больше. Бонуска где? Или ее нету? Скриптовое вонючее казино, блин. Все казино скриптовые. Все. Я не верю. 3000. Все подкручивается. Все откручивается. Играю в Аваде. Тоже. Пробиваешь карту. Цик. Зависла. Дрынь. Двойка, например, на тройку. Играю в Мостбете. То же самое. Все хорошо. Играет. Потом бац. Как кошка перебежала. Дрынь, подвисла. Хоп, все, перестала играть. Все одно и то же везде, практически. 1 вин, то же самое. Точь-точь. Все предсказуемо.
Дай ты еще 20 тысяч, да я стопнусь. 2 тысячи. Заберем. Поставь бонус по 700. Так, рубалек. Заберем. Ладно, ребят, все, стоп игра. Депозит был 25 тысяч рублей. Я занес полтинник, это в отдельном ролике вы посмотрите. Сегодня в этом ролике будет с полтинника 100 тысяч я сделал. Это ли не сон? Стоп игра. Если понравился видос, поддержите лайком. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Залетайте ко мне в телегу, там тоже подписывайтесь. Там я новости публикую, всякую информацию разного характера. У нас также там есть чат в телеге, мы там общаемся. Вам желаю фарта, счастья, любви, здоровья. Гляньте вот эти два ролика. Там тоже крутые заносы, а мы с вами увидимся очень скоро уже в новом ролике, в новом автомате и, возможно, даже в новом казино. Пока-пока.